Выйти во двор и утонуть. Такая опасность подстерегает жителей дома по улице Московской, 140, корпус 3. Во дворе пятиэтажки каждый год весной и осенью образуется огромная лужа. Она не только не дает свободно ходить по тротуарам пешеходам, но и, как говорят жильцы, заливает подвал здания. Масштаб проблемы оценил Андрей Дозорцев. Вот 15 сантиметров. Уровень воды – это сюда с бережка. Тамара Евгеньевна регулярно фиксирует размер лужи во дворе. Говорит, после дождей вода льется чуть ли не через край бордюра. В сухую погоду водоем немного оголяет берега. В любом случае, водную гладь Тамара Ложкина видит каждую весну и осень. И удовольствия от этого зрелища не получает. Во-первых, здесь нет прохода для людей, для детей. Может даже ребенок упасть, утонуть в этой луже. Да? Ездить тут машины не ездят. Когда очень большой уровень воды лужи, то машины вообще не ходят. Тут, скорее всего, с канализацией проблема, потому что не уходит вода. То есть там забито все, либо трубы сломаны. Как говорят жильцы, весной вода льется в подвал дома. После этого работники коммунальных служб приезжают ее откачивать. Затем история повторяется снова. Игорь Кашин живет здесь уже 10 лет. Мучения длятся 2 года. Мы живем на первом этаже, у нас сырость из-за этого, плесень. Вот такие сложности. Жалобы жильцов дошли до управления жилищно-коммунального хозяйства города. Здесь, говорят, проблема в ливневой канализации, которая находится на земельном участке жилого дома. В прошлом году она была почищена. Сейчас в ней снова есть засор. Управляющая компания проинформировала администрацию города. Мы постараемся подключить в ближайшее время к ликвидации промывки этой сети специализированную организацию. Жильцы надеются, что проблему с лужей коммунальные службы решат как можно быстрее. Не помешал бы, говорят, и ремонт двора. Тем временем к своему дому ходят окольными путями и радуются сухой погоде. Андрей Дозорцев, Владимир Подлевских, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.